Ну чего? Переп... Надо расстав... Горячие галактики, вы... Спасибо. Подозреваемые и улики? Секстант поможет найти путь в море. Правда, для этого нужно быть моряком. Ну вот. Пос... Пош... Идем. Извольте, друзья мои. Это дельце крепкий орешек. Ничего об этом не знаю. Подозреваемый и... Идем. Друзья мои, все вынюхиваете. О, я не за... Надо собрать... Ну, хват. Подозреваемые и улики? Ой, какой чудной калькулятор. Вот бы... На этих... Подозреваемые и улики? Телефонная книга топики? Я... Эй, выйди! Право! Право! Продолжайте, скоро все получится. Право! Продолжайте, скоро все получится. Право! Продолжайте, скоро все получится. Право! Спасибо! Подозреваемые и улики? Ой, какая пуговка! На ней изображен якорь. Все воз... Тысяча! Идем! Отнесем. Идем. Смотрите, это... Давайте. Ой.
Нам пом... Отлично! Кого ты считаешь мумией? Ишмаэль Клотик! Мы так и знали. Итак, нашу мумию наконец-то изловили. В чем было дело? Ну, офицер, паром Ишмаэля давал не слишком много денег. И он придумал план похищения сокровищ. Сперва он похитил Телму, а потом постарался всех распугать, чтобы обчистить пирамиды. Точно, Фред. Все именно так. Только он был слишком неаккуратен, оставил много улик. Все бы получилось, если бы не вы, паршивцы эдакие. Кому-то вместо золотых придется считать дни до освобождения. Скуби-ду-би-ду! Неужели ты уже уезжаешь? Мы даже не успели толком поболтать. О, это будет классное приключение. Типа вот что. Томея, шаверма, бобы, фава.